Абрам Федорович Иоффе – русский советский физик, академик, именуемый отцом советской физики. Во время Великой Отечественной войны, благодаря стратегии Иоффе в развитии радиолокации, размагничивании кораблей, бронезащите, физико-технический институт Академии наук СССР быстро переориентировал свои ресурсы. В короткий срок ученые начали работать в Казани в условиях эвакуации. Как директор института, Абрам Федорович строго оценивал, каким направлением исследований необходимо дать первенство в тот или иной момент, и переводил сотрудников в лабораторию, соответственно, оборонным задачам. Одним из самых крупных достижений Абрама Федоровича стала работа по защите боевых кораблей от магнитных мин и торпед. Известно, что ни один корабль, снабженный системой противоминной защиты, не подорвался на вражеской мине. Также Иоффе курировал проект, который был посвящен изучению электрических и тепловых свойств полупроводников. Результаты исследования помогли создать партизанский котелок – термоэлектрический генератор, предназначенный для питания радиостанций в партизанских отрядах и разведывательных группах. Абрама Иоффе можно по праву считать создателем советской физической школы, которая воспитала многих блестящих ученых-теоретиков и экспериментаторов. Абрам Федорович был не только гениальным ученым, но и обладал недюжинными организаторскими способностями. Умел находить и привлекать к работе молодые таланты, пропагандировать науку, увлечь коллег мечтами о будущем техники. Карина Саяхова, Эмилия Хамитова, Универ Новости.